Мария Погребняк захотела яркости и перекрасила волосы. Автор 4.07.2019. О том, как освежить свой образ и при этом не менять практически ничего в своей внешности, не понаслышке знает Мария Погребняк. Супруга российского футболиста сообщила, что в разгар лета ей захотелось яркости, поэтому она сменила цвет волос. Хотя все равно осталась блондинкой. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Мария Погребняк очень серьезно относится к своему внешнему виду и прилагает немало усилий, чтобы выглядеть потрясающе. Занятия в спортзале, посещение косметолога и салона красоты – таков обычный день модели и дизайнера. Особенное внимание Мария уделяет уходу за волосами, который уже долгое время окрашивает в блонд. За преданность светлому оттенку среди поклонников она даже удостоена титула вечной блондинки. Но даже при том, что с цветом Погребняк давно определилась, в разгар лета ей захотелось внести свежие нотки в свой образ. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото, на котором позировала все с теми же светлыми волосами, но вот оттенок шевелюры стал платиновым. Нельзя сказать, что это кардинальные перемены, но все же разница между прежним и нынешним образом заметна сразу. «Я влюблена в мой новенький оттенок волос. Летом хочется яркости», — пишет Погребняк под своей публикацией. Предугадав вопросы подписчиков, Мария сразу призналась, в каком салоне делала окрашивание. Фолловеры тоже поспешили выразить свое впечатление от увиденного и засыпали публикацию комментариями. «Очень красиво, цвет очень красивый. Вам к лицу. Потрясающая укладочка, супер. Куколка. Очень красивая», — пишут поклонники. Многих пользователей заинтересовал вопрос, какой же на самом деле натуральный цвет знаменитости, но супруга футболиста оставила этот момент без внимания. Возможно, она раскроет эту тайну в одной из будущих публикаций. Но нашлись среди комментариев и некоторые замечания: «Странно, вы говорили, что краситесь дома сами и тут же рекламируете мастера». На этот комментарий Мария также не стала отвечать, а вот другие пользователи вспомнили, что когда-то Погребняк утверждала, что вообще не красит волосы. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.